Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно со Службой безопасности вуза в Набережных Челнах задержали доцента филиала одного из казанских вузов по подозрению в получении незаконных денежных средств. Сейчас в Казанском федеральном университете идет активная борьба с коррупцией. Так, в Набережно-Челнинском институте КФУ был задержан доцент кафедры экономики Геннадий Карнач за взятку от студента в размере 32 тысяч рублей. Руководство института само проявило инициативу в поимке преступника. Вместе с правоохранительными органами они провели задержание в аудитории института. Когда поступило обращение студентов с экономического отделения, которые жаловались на факты коррупции на экономическом отделении. В связи с этим нами проведены мероприятия по выявлению таких случаев. Преподаватель, как удалось установить полицейскими, периодически брал со студентов вознаграждение за сдачу экзамена. Эта акция не одноразовая, и мы будем вести, мы ведем системную работу и будем вести такую работу для того, чтобы студенты наши могли спокойно учиться и спокойно сдавать экзамены. Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом». Сейчас 44-летний доцент кафедры экономики предприятий и организаций находится под подпиской о невыезде. В Казанском университете и его филиалах идет активная работа с антикоррупционными действиями. Любой желающий может сообщить о взяточничестве преподавателя, позвонить по телефону доверия или обратиться к руководству. Анна Глазунова, Универ Ньюс.